Едем со стороны Ленина по улице Удмуртской. Ничего не видно, конечно. Вот это, наверное, все-таки Пастухова-то. Въезжаем на улицу Пастухова с ее конца. Пастухова, да. Угу, вон написано. Белкамнефть. Слева нефтегазовая компания Белкамнефть. По левую сторону детский сад 119. Рядом детский сад 124. Пересекаем улицу Коммунаров. Подъезжаем к улице Пушкинской. Прямо средняя общеобразовательная школа номер 68. Сегодня у детей прошел уже 29-й учебный день. Нам туда. Поворот налево был запрещен, поэтому, развернувшись на улице Пушкинской, продолжаем движение по улице Пастухова. Можно, да? Нет. Шка, что ты, придурок, куда едешь? Губами, наверное, все шевелят. Смотри. Ой, страшно дело. По левую сторону госцирк Удмуртии. Thank you.
прямо старинное красное здание, бывший дом купца Глобина. Переезжаем улицу Красноармейская. Ох, там копают что-то. Торговый центр Европа. Пересекаем улицу Вадима Сивкова. Слева в сторону мечети идет постепенный снос деревянных домов. Право здание типографии. Слева желтая стена театра Короленко. Выезжаем на улицу Карла Маркса. Наша улица прямо, но движение запрещено прямо. Движемся по улице Карла Маркса до перекрестка, чтобы, развернувшись, вновь попасть на свою улицу. Развернувшись, едем к продолжению улицы Пастухова. Продолжаем движение по улице Пастухова. Пересекаем улицу Красная. Проезжаем улицу Максима Горького. Там колонна несется. И там теперь дышаешь. Прямо два старинных дома. Правый принадлежал купцу Бодолеву, а левый белый купцу Кручинину. Сейчас вверх ехать. Не проехать, да. Сейчас. Губами шевелит. Тут, наверное, нельзя прямо ехать-то. Не вижу я знака. Нельзя прямо. Ну, не проедешь тут, наверное. Поворачивай, никого там? Нету. Вот так вот. Мужчина там быстрее. Слева вход в офисный центр водоканала. В здании много разных офисов. 6.
тут на все, да, упирается, кончается. Право Главное бюро медицинской экспертизы. Прямо дом заводского инженера Коковихина 1858 года постройки. Выехали на улицу Свердлова. Отсюда начало улица Пастухова. И все, да? Поднимаемся к улице Советской.